I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes. And I want it all, from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. Друзья, всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Я очень рада, что вы заглянули ко мне в гости. У нас сегодня выдался очень холодный день, всего лишь 4 градуса тепла. Конечно, яркое солнце светит, но все же очень холодно. И знаете, сама погода мне шепчет приготовить что-то согревающее. И я сегодня решила готовить борщ. Я уже несколько месяцев его не готовила, ужасно соскучилась, поэтому борщу быть. А еще я сегодня буду готовить синабоны. Уже несколько месяцев меня Янис просит их приготовить, но я никак не соберусь, потому что их, ну, нужно с ними повозиться. Их очень долго нужно готовить. Занимает это время, их нетрудно приготовить, но занимает это достаточно времени. Почти полдня я сегодня проведу на кухне. Так что, девчонки, я вас сегодня буду мотивировать на готовку. Ну а далее мы с вами прогуляемся по нашему красивому, волшебному новогоднему городу. У меня вчера было рандеву с моей мамой, мы договорились прогуляться по нашему городу. Я обязательно возьму вас с собой, естественно, это кадры со вчерашнего дня. И слава богу, что мы это сделали именно вчера, потому что сегодня погода ну никак не располагает идти гулять. Поэтому остаемся дома, в тепле, в уюте. Ну и давайте делать вместе наши мамские домашние дела. Начинаю с приготовления борща, потому что это у нас займет немало времени. Ну и для того, чтобы борщ у нас получился очень вкусный и наваристый, нам в первую очередь нужно купить очень хороший кусок мяса. И я всегда покупаю мясо на кости. Как раз мясник мне его нарубил на мелкие кусочки, и мне осталось мясо только промыть и отправить в сотейник вариться. Ну и как только вода вскипела, я убрала все пена до прозрачности бульона, ну и оставила мясо вариться. Также у меня было несколько соцветий брокколи, его также отправляю в подсоленной воде вариться, буквально 2-3 минутки, и убираю в дуршлаг. Я такой брокколи храню в холодильнике до 7 дней, он хранится прекрасно, хотя ну, так долго он у нас не застаивается, но все же в течение недели ничего с ним не произойдет, и мы достаем его понемножку, дозированно, и заправляю брокколи как салат. Добавляю соль, перец, сок лимона, оливковое масло, и это очень вкусно и полезно, девчонки. В другом сотейнике я поставила уже зажарку тушиться, нарезала морковь, красный болгарский перец и забыла добавить репчатый лук. И каждый раз, когда я открывала крышку сотейника, я, знаете, чувствовала, что запах какой-то не такой. Но не могла понять, в чем дело. И потом меня осенило, что я забыла добавить репчатый лук. Поэтому я далее его добавлю. Мелко нашинковала также капусту и добавила к овощам. Обычно капусту я очень мелко нарезаю на борщ. Ну и оставляю овощи тушиться. И перехожу к посуде. Тут же мою посуду за собой, которую использовала, потому что готовки будет очень много, и я, естественно, не буду сейчас набирать всю посуду за весь день, а буду ее перемывать порциями. Вот, например, приготовила борщ, помыла за собой посуду, сварила брокколи, помыла сотейник и дуршлаг. И таким образом кухня будет оставаться чистой и опрятной.
Когда капуста почти уже сварилась, я к овощам добавляю замороженные томаты. Как правило, подсыпаю чайную ложку сахара для стабилизации кислоты. Ну и вот здесь я добавила репчатый лук, который забыла добавить. Все хорошенечко перемешала и оставляю овощи доходить до полного приготовления. Мясо у меня варилось чуть больше часа, и вот только сейчас я добавляю мелко нарезанный картофель. Не добавляю его раньше, потому что картофель у нас очень быстро разваривается, поэтому добавляю его уже в последние 30 минут. Положила также 3 лавровых листа и оставляю обед вариться. Ну а теперь мариную крылышки. Готовлю кисло-сладкий соус, который состоит из 2 столовых ложек меда, 2 столовых ложек соевого соуса, 2 столовых ложек оливкового масла. Добавила также соль, перец, сушеную аджику и красную сладкую паприку. По рецепту сюда еще надо было добавить сушеный чеснок, но у меня его не было. Хорошенечко перемешала массу, и в итоге у нас должна получиться вот такая масса, которая похожа на карамель. Хорошенечко смазываю крылышки соусом, накрываю пищевой пленкой и отправляю в холодильник мариноваться на 1 час. Мясо с картошкой тут у меня уже приготовились, зажарка у нас также готова, и теперь 2 массы нам нужно соединить между собой. Я бульон посолила, поперчила и теперь все хорошенечко перемешаю и уже выключаю огонь. И только потом я добавлю 2 зубчика чеснока, зелень и измельченную свеклу. Вот секрет моего красного борща именно в том, что свеклу я никогда не варю. Я ее измельчила в блендере до пастообразного состояния, вот в такую очень мелкую кашицу. Ну и вот как только я выключаю огонь, я ее добавляю сюда, перемешиваю, и борщ приобретает вот такой красный насыщенный цвет. Свеклу я никогда не варю, потому что когда я ее варила, борщ у меня получился не такой красный. Вот так что берите себе на заметку, и борщ у вас всегда будет получаться очень красного насыщенного цвета. Ну а теперь я начинаю готовить синнабоны. Очень вкусные сдобные булочки с корицей. Ну и в первую очередь нам нужно приготовить тесто. Я взболтала 2 яйца и добавила к ним сахар. В другой миске у меня находится уже просеянная мука. Я ее немножко посолила и добавила сухие дрожжи. Немножечко все перемешала между собой и теперь ввожу жидкие ингредиенты. Добавила яйца с сахаром, растопленное сливочное масло и теплое молоко. Теперь все ингредиенты нам нужно перемешать, и потом уже перейду на столешницу и буду вымешивать тесто уже на столешнице. Долго вымешивать тесто не нужно, я его вымешивала где-то 5 минут, ну и как только оно перестало липнуть к рукам и собралось вот в такой единый комок, я его определяю опять же в ту миску, накрываю пищевой пленкой, полотенцем и оставляю на расстойку приблизительно на 1,5 часа. Тесто у нас должно увеличиться в 3 раза. Тем временем мои крылышки промариновались, теперь я их выкладываю на противень и отправлю в духовку запекаться. Уже через 20 минут я их переверну на другую сторону, чтобы они с другой стороны красиво зарумянились. Ну и еще через 20 минут наши крылышки уже будут готовы. Тут у меня 1,5 часа уже прошли, тесто хорошенечко подросло. И следующий шаг, который обязательно нужно сделать, это выпустить весь воздух из теста. Я его обминаю хорошенечко и потом сворачиваю вот в такой конвертик и оставляю полежать еще 20 минут. Тем временем готовлю начинку. В миске я перемешала сахар с корицей, ну а блюдечке у меня лежит мягкое сливочное масло. Ну а теперь спустя 20 минут я открываю тесто в тонкий пласт, вот в такой прямоугольный размером 40 на 50.
и смазываю мягкое сливочное масло. Но смазываю его не до конца. Один край я оставляю чистым. Это делается для того, чтобы когда мы свернем рулет, мы вот этот край смогли бы легко зафиксировать. Ну и далее выкладываю начинку, сахар с корицей. И уже буду заворачивать рулет. Заворачиваю тугой рулет, чтобы ничего у нас не рассыпалось. Ну и нужно постараться хорошенечко зафиксировать края, чтобы при выпечке ничего не просыпалось. Теперь я беру самый острый нож, который у меня имеется, и делю этот рулет на 12 равных кусков. То есть нахожу середину и потом еще каждый кусок разрезаю на 6 равных кусочков. Обязательно используйте очень острый нож и не пилите рулет, а именно делайте такие короткие надрезы. Теперь нижний край, то есть дно булочек, нам нужно зафиксировать мукой. Желательно этот шаг не пропускать, потому что при выпекании сливочное масло и сахар, они могут вытекать таким соусом. Ну и чтобы такое не происходило, конечно же, желательно вот дно булочек зафиксировать мукой. Ну а далее я ладошкой их приплюснула, чтобы дать им правильную форму, и оставила еще на 40 минут булочки подниматься. Булочки у меня выпекались при 180 градусах 25 минут. Пока синнабоны выпекаются, я приготовлю помадку, которой буду их смазывать. В миску я положила сливочное масло, сливочный сыр, добавила одну ваниль и сахарную пудру. Все хорошенечко перемешиваю, и в итоге получается вот такая помадка. Я, конечно, приготовила чуть больше обычного, потому что этой помадки много не бывает. Ну и когда синнабоны готовы, я их перекладываю на поднос, и пока они еще горячие, так сказать, с пылу с жару, я смазываю их помадкой. Смазываю обильно, не жалею, потому что нам очень нравится. Эта помадка сюда подходит просто идеально. Ну что, а теперь пришло время делиться результатом своих трудов. Булочки мы приготовили. Далее я их разрежу и покажу вам, как они выглядят в разрезе. Ну и в принципе с готовкой я закончила. Брокколи отварила. Салат будет готов на последующие дни. Вот такой красный, красивый борщ получился. Я его уже опробовала. Это действительно получается безумно вкусно. Ну и, естественно, крылышки с рисом. Это вообще любимое блюдо моих мальчиков. Как раз будет альтернатива для тех товарищей, которые не едят борщ. Синнабонами, девочки, конечно, всегда морока, но поверьте, они того стоят. Ну а я сейчас пойду заварю ароматный чай и буду наслаждаться вкусными и мягкими булочками. Ну что, друзья, мы с мамой уже спустились в центр нашего города. Это у нас площадь Аристотеля, и она не ограничивается одной маленькой площадью. Это центральная площадь, которая начинается от набережной, от залива Термайкос и поднимается на самый верх холму. Красиво украшенный новогодний город, конечно же, впечатляет. Впечатляет он яркими огоньками и уютными уличными ярмарками, где можно купить подарки и вкусности. Каждый год на площади Аристотеля разворачивается новогодняя деревня. И каждый год
плюс-минус все декорации повторяются. Но посещение такого города все равно приносит радость и праздничное настроение. Также из года в год на площадь привозят аттракционы для детей. Карусели, горки, которые также добавляют радости и впечатления маленьким гостям. Мы с мамой решили взять стаканчик испанского чурос. Я, конечно, пробовала это лакомство, но так как мама не знала, что это такое, я решила, что ей нужно обязательно попробовать. Мы взяли чурос с обычным классическим шоколадным маслом, но были и другие варианты. Например, белый шоколад, буэно, мед с разными карамельными посыпками. В общем, на любой вкус и цвет. В других лавках или избушках тоже предлагали разные сладости, типа вафли, панкейков с разнообразными фруктами и ягодами. И в целом вся площадь заполнена ароматом глинтвейна, мандаринов и пряных угощений. Вот так медленным шагом мы с мамой почти уже дошли до самой набережной. И вся площадь до самого низа оформлена огромными елками, светящими гирляндами, новогодними украшениями. А магазины и кафе переполнены посетителями, которые постоянно о чем-то галдят. А вечерний свет гирлянд создает очень уютную атмосферу, и все это вперемешку с ароматами жареного каштана и кукурузы. Все вокруг переполнено радостью, создавая волшебную, сказочную атмосферу. Amazing in Christmas times. We'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling or the windows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and мы решили прогуляться немножко и по торговому центру. Он называется Notos Gallery. Находится в центре города, и он является одним из самых современных и универсальных торговым центром. Здесь 5 этажей и просто огромная площадь. И здесь очень большой выбор модных брендов одежды, обуви, сумок, аксессуаров, ювелирных изделий, а также популярных косметических марок. Мы решили пройтись только по первому этажу, где была представлена новогодняя посуда и новогодние украшения. Ну и посмотрите, какой шик и блеск.
Тут, конечно, посуда невероятной красоты и высокого качества, но если выбирать себе здесь какой-то сервиз или сет стаканов и бокалов, то, конечно же, придется немножечко раскошелиться. Свою прогулку мы завершили в старом городе. Это мое горячо любимое место. Там круглый год волшебная атмосфера. Обожаю там бывать, поэтому мы с мамой остановились там на чашечку горячего кофе, отдохнули, перевели дух и потом уже поехали домой. И на этом я закончу свой влог. Надеюсь, он вам понравился. Не забывайте ставить пальчик вверх, писать комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал. Я вам желаю крепкого здоровья, праздничного настроения. Увидимся уже в следующем ролике. Всех целую, обнимаю и всем пока-пока!